Всем привет, с вами Вардим, и это игра Castle Story. Мы продолжаем. В прошлый раз мы остановились на том, что уже построили стену и поставили оборонительные варды. Пока что все идет достаточно лениво, но в целом мы справляемся неплохо. Меня это устраивает. Так, в прошлый раз я ставил уже тут все стоечки, верстачки, но я так пришел к мысли, что стоит стойки с оружием переставить чутка поближе, потому что пока они заняты своим делом, бегают к стойкам и потом далеко бежать к стене. Поэтому я думаю, что стоит их переставить куда-нибудь вот сюда. Так, вот. Где-то вот так вот. Оставляю достаточно места, чтобы им было куда сбрасывать весь мусор, который они с собой таскают. И периодически его оставляет, когда экипируется. Так, также мы поставим задачу выравнивания. Вот здесь где-нибудь, да. Я хочу сбрить весь вот этот мусор. Будем здесь делать укрепление для катапульты, скорее всего. Посмотрим. Ну, для начала просто поставим хотя бы хорошую стену. Так, также я уберу тут пенечки. В прошлый раз они бились с этой стороны, поэтому нам надо как-то будет это дело исправить. Так, также я хотел сделать, выкопать красивый проход, чтобы у нас было больше доступа к воротам. Так, так, я думаю, будет достаточно, но мы сделаем его в глубину. Нам надо выкопать вот это место. Так, ну и также надо следить за тем, чтобы уровень совпадал с воротами. Иначе мы только хуже сделаем. Так, немножко подглючивает, но это уже особенность этой игры. Так, как же ж нам тебя поймать? Так, вот, наконец-то поймал этот уровень. И тут мы поставим лестницы. Все остальное будет как такой, выглядеть как ров. Также я хотел переставить... Дружище, иди сюда. Я хотел переставить вот этот фонарик, потому что он мешает проходу на стену. Поставь его где-нибудь тут, с краешку. Не надо его уносить далеко. Он нам тут еще понадобится. Так, сколько у нас времени до волны? К сожалению, мы пока этого не видим. Ну, да, 30 секунд до волны. Как раз был звук о том, что скоро к нам придут. Можем пока что выставить дополнительный вард. Красный. Где они тут? Вот тут. Сейчас мы его поставим. Или где-то вот тут. Хотя, наверное, лучше подальше ставить от стен. Ребятки собирают бревна за стенами. Давайте, наверное, уже экипируемся, чтобы быть готовым к тому, когда враги придут к нам. Будем их встречать пораньше. У нас сейчас, по идее, должна прийти пятая волна, хотя, в принципе, я смотрю, здесь не так много. Наверное, десятая юбилейная волна будет сложнее. Так, выводим наших рыцарей вперед. Иначе они толпятся в воротах и мешают друг другу. Можно поставить им режим защиты. Пускай ждут. Парочку сюда и парочку вот сюда поставим. Чтобы они уже отстреливали врагов на подступах. Ну, как видите, в принципе, камешки до нас не долетают. Мы можем их спокойно здесь отстрелить. Хотя, пришло достаточно много врагов. Поэтому следует контролировать мечников. Чтобы не били одного и того же.
Так, запас брони кончается, надо отводить в сторону. Так, рабочий вступает в бой. Уводим его. Даем возможность вардам больше отработать по врагам, так как нам будет от этого легче. Так, остался один вражина, сейчас мы его добьем. Где-то по карте у нас сидят еще несколько големов с предыдущих волн, за счет чего нам нет возможности посмотреть. Так, вот доходяга идет. Пускай рыцари ему пощелкают. Так, отлично. Так, у нас мало складов, давайте, наверное, поставим задачу строительства. Так, где-то я тут делал, да, чертежики делал. Отлично, можем их уже даже использовать. Вот так вот сделаем, сделаем двухэтажный склад. Ну, единственное, надо подкорректировать тут один момент. Почему-то я не добавил его сразу в чертеж. Сделаем лестницу на второй этаж дополнительную. Тут есть, но по чертежу она будет уходить вверх вместе с площадкой. Она своего рода такая техническая лестница, которая в дальнейшем не даст возможности заходить на второй этаж. Ну и чем выше, тем выше она будет вести, собственно. Нижние этажи будут в пролете. Так, ну, так, значит, мы можем уже... Ага, тут у нас уже выкапывают потихонечку. Я предлагаю тогда прокопать и вот здесь вот. Вот здесь вот все выровнять. Здесь лучше мы поставим кирпичи. Сделаем хорошую стенку, крепкую. Так, у нас пополнение населения, это хорошо. У нас уже будет 9 персонажей. Желтых зефирок. Так, кто-то бросил вард, это неправильно. Давайте заберем его и поставим на место. Кажется, я хотел его воткнуть вот здесь. Вообще, по-хорошему, я бы вот этот участок просто сбрил бы, чтобы у нас получилась ровная стена. Так, сколько у нас времени давал? На 3 минуты. Я надеюсь, мы успеем тут проложить стеночку. Я хотел укрепить еще этот ров. Или, быть может, не нужно этого делать. Посмотрим. Пускай пока будет. Я хочу создать видимость того, что здесь везде находится кирпичная кладка. Такая. Массивная, крепкая. Ну, нужно это делать осторожно, чтобы не дать големам возможность подобраться к нашим вардам. Так, у нас не сильно много ресурсов. Проекты строительства у нас есть. Я, насколько я помню, где-то видел здесь вот оранжевый камешек. Проложим сюда веревочный мост. Враги по нему добраться не смогут, потому что подход к нему будет только у нас. Вот, вот так вот, отлично. На мост нужно две веревки. Две веревки у нас имеются, это хорошо. И достаточный запас дерева. 100... Ого, 30... 130 единиц досок. Ребята, где вы их набрали? И главное, зачем? Наверное, вот здесь. Так, у нас 2 минуты. Можем достраивать дальше стенку. У меня появилась идея, мы можем добавить здесь деревянных стоечек.
Вот так вот. Ребята, вы можете далеко не уходить. Иди поставь камешек. Так, главное, чтобы он... Да, отлично, он поставил его здесь. Значит, мы можем поставить здесь вот уже, добавить кирпичики. И закрыть возможность големов подняться по этой стене. Это хорошо. Так, а враг у нас подойдет, я не вижу через сколько, ну, видимо, меньше минуты осталось. Сразу можем добавить планочки. Дерево у нас это позволяет сделать. Так, отлично. Враги к нам уже не подымутся. Также мы можем, конечно же, прокопать и здесь. Немножко наш уровень опустить. Нам это сыграет только на руку. Так, сделаем подступ к стене, чтобы мы могли ее пока ремонтировать. Скоро придет враг, давайте будем мобилизовываться. Мне очень раздражает, что ребятки убегают к кристаллу. Лучше бы они оставались на своем месте, честно говоря. Иначе, если неправильно расположить стойки, то и в принципе даже сейчас они берут оружие и сразу бегут к кристаллу. Ну, как бы, как-то это неправильно. Выход у нас здесь, а они убегают наоборот от него. Так, где-то прям скандируют маршем наши враги. Ага, подходит по чуть-чуть. Давайте подойдем сюда. Куда-то они прям мимо камней бросают. Нет, далеко мы уходить не будем. Враги, конечно, мелкие, это хорошо. Больших големов нету. Нам это будет только на руку. Надо взять какого-нибудь одного из... Как их назвать? Короче, зефирок. Так, надо мониторить, чтобы они не побили наших рыцарей. Да, один чуть было не погиб. Пускай они потихоньку ломятся в двери, а мы их пока будем уничтожать по одному. Лучники, можете встать вот сюда, помочь. Так, отойди, отойди, ребят. Ты побитый. Подожди, тебе еще свое достанется. Так, отлично, подъем у них остался. Сложи оружие, и ты займешься тем, что переставишь наши варды. Куда? В смысле, а куда он исчез? Очень интересно. Возможно, это могло произойти из-за того, что здесь не хватает вот этих площадок. О, кстати, площадки мы можем ставить даже подальше. Так, что вы тут не можете справиться? Чё так долго? Так, у нас еще один брингтрончик. Проще их называть зефирки, если честно. Так. Отходи. Ты уже побитый тоже. Иди складывай оружие. Иди лучше работай. Отлично. Да, жаль, конечно, что у нас один вард пропал. Это лишние ресурсы придется потратить. Ну что ж. Мы сможем добывать оранжевые камешки в том месте. Так, я хотел здесь еще добычу организовать. Тем более у нас тут заложен мост к строительству. Но тут спуск не получилось организовать. Сейчас мы прокопаем немножко глубже. Сделаем вот так вот.
И вот так вот, наверное. Так, хочу отменить выкоп. Не хочет, да? Потому что его уже идут ломать. Ладно, пускай ломают. В принципе. Да, в принципе, он нам не нужен. Все, отлично. Дальше у нас должен быть выход. То есть. Очень плохо, что они бродят с этими досками. Они, во-первых, двигаются гораздо медленнее. А во-вторых, они бросят там мусор, которые могли бы собрать, в принципе. Давайте переставим варды. И можем здесь поставить... Что мы можем поставить? Мы можем поставить тут лестницу. Так, нет, дружище, куда ты его понес? Стой. Да-да, иди сюда. Его нужно поставить тут. Ну, дружище, куда ты побежал? Иди сюда. Ставь. Единственный минус такой обороны, который я вижу, это то, что по вардам могут стрелять издалека. Поэтому большую часть мы лучше поставим ближе к воротам. Их основная задача, в принципе, как раз защита ворот. Поэтому, наверное, давайте сейчас сразу и этот вард переставим. Мы можем поставить его, например, куда-нибудь вот сюда. Он вспомнил, что здесь нужно поставить вард. Как мило. Поставив его лучше здесь. Наверное, стоило здесь поставить лучше каменную... Каменную, вот это, как он называется? Сейчас я посмотрю, скажу. Корбел, или как? Да. Ну, короче, стоечку. Типа брейса. И поставить здесь такую же защиту, как тут. Так, лестницы наши уже здесь прокладывают. Можем добавить их количество. И сделать довольно удобный спуск для наших воинов. Постараемся, наверное, даже как-то красивенько вот так сделать. Или нет, или было лучше. Вот так вот сделаем. Ну, тогда и здесь лестницу стоит добавить. Все, будет красиво. Данный режим позволяет нам отыгрывать и строить хорошие и красивые постройки. Так как на защиту, в принципе, уходит не сильно много сил на поздних этапах игры. Вначале, да, надо, конечно, сделать упор на развитие обороны, поставить вардов побольше, скрафтить их, собственно. Так, наши ребятки тем временем достраивают второй этаж. Можем подкорректировать чертеж. К сожалению, версточки и склады, все это дело в чертежах нужно доставлять отдельно. Так, нам сообщают, что скоро придет волна следующая. Ну, я бы сказал, что мы к ней готовы даже больше, чем к предыдущей. Это хорошо. Так, что там наш мост? Наш мост готов и даже уже добывают брингстоун. Это хорошо. Что у нас по ресурсам? У нас есть брингстоун, но нет железа. Железо у нас должны добывать вот тут. Лестницу вы сделали? Ну да, какую-то импровизированную лестницу они все-таки сделали. Спуститься они, по идее, должны тут. Можем поставить добычу железа. Да, но пока мост тут еще не сделали. Его не сделали, потому что нам не хватает веревок. Давайте мы их закажем.
К счастью, растительности на карте достаточно много. Так, ну и можем мобилизоваться. Скоро враги должны к нам подойти уже. Их пока не видно, но скоро придут. Так, отлично. Склад на втором этаже уже начинает задействовать. Что нам, собственно, позволит экономить место внутри базы. Тем временем враги уже подходят к нашим стенам. Так, выставим лучников здесь где-нибудь поближе. Пускай не... Кстати говоря, такая форма обороны позволит нам использовать и лучников, и варды, так как довольно много места для огневых позиций. Мы можем также сюда выставить и лучников. Пускай они подходят поближе. И смогут вести огонь с более удобных позиций. Да, отлично. Мы максимально эффективно используем наши укрепления. Ох ты, смотрите-ка, попал. Ну, камнями они не сильно много урона наносят, поэтому все в порядке. Подходит здорование, вот это не очень хорошо. Давайте отойдем нашими рыцарями и дадим возможность лучникам покромсать наших врагов. Можем даже спрятаться здесь. Я думаю, двери выдержат нападение. Так, ну единственное, что надо контролировать рабочих, иначе им может влететь. Так, только вы не впустите врагов. Ну, молодцы, конечно, впустили. Умнички. Ну что ж, тогда добивайте его, что ли, если вы впустили. Так, уходи. Ты только не погибни, пожалуйста, дружище. Так, что это там? Так, давай, 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 давай. Все, отлично, справились. Главная задача, чтобы все выжили. Так, великолепно. Потихонечку, я думаю, можем намечать уже план внутренней стены. Ну и сделать как раз... Можем вот так вот сделать. Хотя слабых мест в обороне лучше не оставлять. Враги это дело очень быстро чувствуют. Так, ага, мост начали закладывать, значит, все-таки спуск у них здесь есть. И железо они уже добывают. Это прекрасно. Так, куда бы мы могли бы здесь поставить еще дополнительных вардов? Я думаю, можно добавить вот здесь где-нибудь. Камня у нас не сильно много. Я думаю, есть смысл сделать какой-нибудь карьер. Так, где бы нам его организовать только? В принципе, мы можем сделать его здесь, на высоте. Так. Не сильно маленький и ну и не сильно большой. Опустим его до такой степени, сколько нам позволяет высота самого острова. Так мы сможем добыть больше ресурсов и меньше уделять времени на то, чтобы переставлять карьер. Так, единственное, что я поставлю лестницу в более удобном для нас месте. Я думаю, так будет хорошо. Отлично. Можете приступать. А то камень у нас заканчивается, а работы еще очень много. Так, я все-таки думаю, что делать с этим обрывом. Тут не очень красиво скала проходит.
Если ее сбрить, но сбрить недостаточно быстро, то мы можем оставить врагам место, чтобы лишний раз к нам подниматься. Поэтому я просто, наверное, поставлю здесь стеночку. Так, собьем вот этот блок и поставим тут опору. Да, не совсем удачно у нас здесь расположена вот эта площадка. Мы не можем тут какой-то блок поставить симпатичный. Ну ладно, посмотрим потом. Самое главное, чтобы они сейчас достроили вот эти склады. Хотя места у нас сейчас предостаточно. Интересно, второй тут мост, да, тут достроили, а вот тут уже тоже достроили. В принципе, у нас запас ресурсов еще имеется. Да, бэкстоуна уже 400 единиц, это хорошо. Так, хочется что-нибудь красиво построить. Вот так вот сделаем, а там придумаем чего-нибудь. Так, все ворды выставлены. До волны 1,5 минуты где-то примерно. Так, тут не совсем правильно получается. Вот так, вот так. И вот так, отлично. Угу. Строить лучше внахлёст, так как тогда прочность стены будет повыше. Так, нам уже трубят о том, что скоро будет нападение. Идет все довольно удачно. Чего тут, ребятки, так застопорились? Чего вам не хватает? Древесина у нас пока имеется, хотя потихоньку и заканчивается. Наверное, они просто не успевают это строить. Так, у нас довольно такое мощное нападение ожидается, поэтому давайте, наверное, соберем всех ребят и подготовимся к обороне. Они так громко кричат и рвутся в бой. Так, я думаю, нам следует добавить хотя бы мечника одного. Чтобы их уже было 4, забьем полностью одну стойку. Так, давайте мы где-нибудь тут сейчас расставим лучников, чтобы они уже наказывали врагов. Да, в бубен, все правильно. Так, ну и ты, наверное, чуть дальше проходи. Хотя, наверное, есть смысл лучников ставить в отдельности от вардов, чтобы перекрывать, так сказать, нашу оборону со всех сторон. У нас идет усиленная добыча железа. О, где-то враги уже показываются. Да, уже подходят. Отлично. Небольшой отряд с этой стороны. Где-то еще отстают, я смотрю. Сейчас придут. Так, ребятки, вы, наверное, защищаетесь. Ваша основная задача — это защита дверей. Можем встать поближе, чтобы... Не-не-не, ты двери закрой-ка. А то будет нехорошо. Так, отлично. Один рыцарь не успел подойти к стенам. К
стене, да, и дал возможность врагам подойти. Ну ничего, сейчас его быстро сложит. Так, не, ну ты один убежал, конечно, молодец. А почему ты убежал? У тебя должен был быть режим защиты. Плюс такой защиты на стоечках, то, что варды могут стрелять и сюда, и вот сюда. И главное, что они друг другу вообще абсолютно не мешают. Так, основная мощь только подходит. Ну, он один в поле уже тоже не воин. У него, правда, есть небольшая подмога, но в целом, я думаю, мы справимся легко. Так, рыцарей, я думаю, можно уже увести. Чтоб они меньше нагребали. Ну, а лучников мы сейчас переставим сбоку. Пускай они накидывают ему тоже. Так, отлично. Самого смелого, самого сильного уже сбили. Это хорошо. Так, тут еще доходяги идут. Как-то у них атака размазана. Это, конечно, у них минус. У врагов есть такой, такая привычка дурная спотыкаться где-то. Походу, вот, например, как вот здесь вот. Можем, ребята, сейчас сходить и добить его. Чтобы они нам тут не копали. У нас на базе есть кому работать, поэтому можем чуть-чуть понаглеть и повоевать за стенами. Так, отлично. Что у нас тут? Лупится? Да, лупится, слышу. Очень плохо, когда они так начинают туннели копать. Они портят ландшафт и тем самым вообще, собственно, нагружают игру. Так, отлично. Но все равно где-то двое бродит. Сложно сказать, где, конечно, но... Вот, да, вижу, здесь один застрял. Дружище, а как ты сюда вообще попал, собственно? Сейчас мы ему поможем выбраться. Он, видимо, где-то тут пытался спуститься и начал прокапывать вниз. Да, их даже двое здесь, смотрите-ка. Сейчас мы их накажем за их поведение. Так, один прям к нам спустился. Давайте вначале его убить. Ага, они оба спускаются. Тогда без разницы, добивайте кого-нибудь из них. Так, отлично, мы закрыли одну волну. У нас где-то еще бродит один. Вот только вопрос где, ну мы искать его уже не будем, поэтому наша задача, собственно, защищаться. Можем разоружать наших солдат. Так, чего вы тут так долго? А, у вас кирпичей не было, поэтому вы так долго скроете его. Так, ну что ж, ребятки, я не хочу затягивать серию. Будем на этом заканчивать. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. И давайте вместе с вами доберемся до 1000 подписчиков. Мне будет очень приятно. Спасибо за просмотр и всем пока-пока.